Дорогие братья и сестры, я игуменья Наталья Святоуспенского женского монастыря Бориспольской епархии. Обращаюсь к каналу «Жизнерадостный диак» о финансовой помощи для оплаты коммунальных услуг «Свет, газ» на 2 месяца. Очень вас просим нам помочь. Надеемся на Божию помощь и вашу поддержку. Будем за всех молиться и верить в то, что у нас получится решить проблему. С низким христианским поклоном. Благослови всех Господь. Это у нас первый раз обращаются с монастыря. Матушка сказала, нужно 25 тысяч гривен, чтобы погасить долг. Я сказал, что мы поможем. Ведь мы поможем, правильно?